Посудомоечная машина. На первый взгляд это спасение от домашней рутины. Особенно это ощутимо, когда приходится мыть гору посуды после большого количества гостей. Все предметы из стекла, керамику и фарфор можно мыть в посудомойке и даже сервизы, но без позолоты. Но не все можно доверить новой помощнице. Есть некоторые ограничения, и этот список нужно знать. А вот ножи, терки, термосы, термокружки и хрусталь можно поберечь. Особенно хрусталь из-за своей хрупкости. И это несмотря на то, что стекло из посудомойки само совершенство. Не нужно больше натирать до блеска стаканы и стеклянные формы полотенцем. Из посудомойки они выходят безупречно чистые. А вот алюминиевые предметы придется мыть самостоятельно. Алюминий очень мягкий материал, который потеряет цвет и форму, если окажется в посудомойке. Можно ли мыть противень в посудомоечной машине? Вопрос, интересующий всех современных хозяек. Этих ребят изготавливают из стали с антипригарным покрытием, поэтому мойку в посудомойке они точно переживут. Правда, вам придется поиграть в настоящий тетрис, пристраивая все, что необходимо помыть. Противень занимает много места, возможно, придется чем-то пожертвовать. А вот если у вас остались советские вилки и ложки, лучше их в посудомойку не класть, потому что сплав может потемнеть и испортить другую посуду.